На днях услышал такое мнение, что юристы абсолютно бесполезны для общества. На эту тему у меня родился стих, я бы сказал бы стишище, которое и хочу предложить сегодня вашему вниманию. Ну и немного юмора на канале, думаю, не помешает. Итак, поехали. Никогда не ходите к юристам, вы и сами предельно умны. Даже если приходит к вам пристав, даже если вы много должны, даже если вас затопили, если есть что женою делить, если вашу машину разбили, что вам может юрист предложить? Не платите юристам ни цента, их услуги – обман и развод. Не дождется он вас, как клиента, и от голода быстро помрет. Лучше сами все изучите, ГПК, УПК и т.д., и в суде всех с собою затмите, всех противников мордой в беде. Никогда не ходите к юристу, пусть он этому будет не рад. Пусть он ищет другую работу, на заводе пусть трудится, гад.